И снова всем привет, друзья, с вами GameMax, и сегодня будем играть в Super Bird Adventure. Вы же слышали, что вышло какое-то обновление, давайте же посмотрим. Так, проверка скинов. Так. Вау, тут прям уровни, тут вот... О, тут прям можно, типа, уровень 1, уровень 2. Ничего себе. Тут прям уровень 5. Прикольно. Да. О, тут вот эта лягушка Ларри. Что это за лягушка Ларри? Так, тут у нас. О, а тут у нас не было уютной пижамы какой-то. Что это за у нас штанишки? У нас не было куртка ночного медведя, гавайская рубашка, толстовка, кайбольская куртка. Этого не было. Вот этого тоже не было у нас. Что за боксерские перчатки? За что за... Боксерские перчатки, воздушный шарик какой-то, часики, перчатки без пальцев, шлепанцы, ковбойские сапожки, вот это да. Так, дальше, что у нас? А тут медведь-желе какой-то теперь есть. Смотрите, какой-то медведь-желе. Ладно. Ну, лягушка Ларри, это просто очень смешно. Дальше. Тут у нас нет. О, вот эти пластинки, они какие-то. Это у меня раньше. О, это что-то. Share it at your service. I'm sure you know my name. Anytime and anywhere, I'll come and save the day. I'm the law in this town. You all know my renown. No matter what, I'm the hand of justice. Прикольно было. Так, ладно, давайте посмотрим. Вдруг у нас что-то в те ваши деревья. О, тут медальки такие. Прикольные. Посмотрим, что у нас тут такого. Так. Что у нас тут новенького? Вы знаете, вот тут все то же самое. Только вот как-то ощущается по-другому. Давайте посмотрим на босса. Что же колосса у нас тут? О, уже, я уже вижу. Тут на вот эти колонки такие шипы прибавили. Вы же видите? Тут все та же самое. Ладно, посмотрим, что у нас с, так, давайте посмотрим с клеточки. Так, с клетками все то же самое. Ладно. Мы там посмотрели, что у нас тут вот в черепашьей деревне. Так, ладно, давайте сейчас посмотрим. Вдруг у Аристотеля что-то есть. Так, ну в принципе у Аристотеля ничего не изменилось. О, стоп, а почему у него бронзовая тут медалька? Ладно. О, смотрите, тут вот у каждого медведя, там какой он был, у каждого там есть. Вот смотрите, вот у этого, мы видим, у этого мускулы, у него немножко вот эта штука, бандана видна, у этой волосы, у этой шляпка, у этого противогаз, прикольно. Так, ну тут, кажется, ничего не изменилось. Да. Так. Стоп, а что, тут осталось яйцо? Да, осталось. Ничего не изменилось. Так, давайте посмотрим зимние деревья. Может, что-то изменилось. А, у него была синяя кепка или красная? Так, ну ладно.
Так, ну тут у нас это секрет. Ну да, так, о, помните, я в нем видео с секретками? Да, тут вот было секретка. Давайте посмотрим, вдруг тут что-то изменилось. Так, повторно. Ну, в принципе, все то же самое. Так, ну ладно, мы аркаду посмотрели, давайте сейчас пули посмотрим. Вот наш пули. О, кстати, тут же есть секретка, вот тут. Ой, блин, я упал. Так, ладно, сейчас еще раз. Так, на дерево, сюда. Вот. Так, о, там золотое стало. Походу ничего не изменилось. Ладно. Ну, в принципе, больше ничего не изменилось. Я больше не вижу, что...